Ну что, друзья, очередная трагедия в российском шоу-бизнесе заставила заплакать всю Россию. Рано утром родственники и друзья всем известной российской телеведущей шоу «Аншлаг» Регины Дубовицкой сообщили о том, что телеведущая сегодня в 5 утра была госпитализирована в одну из лучших клиник города Санкт-Петербург. Сейчас она находится там в тяжелом состоянии, и при осмотре медики выявили у нее серьезное заболевание в области позвоночника. Что же на самом деле произошло с Региной Дубовицкой, не сообщается. Скорее всего, родные хотят сохранить эту медицинскую тайну. Подписывайтесь, друзья, на наш канал. Мы делаем все, чтобы вы были в курсе свежих новостей из жизни российского шоу-бизнеса. Ведь только мы сообщаем вам, что же произошло в российском шоу-бизнесе за истекшие сутки. До скорой встреч. Следите за нашими новостями.